Всем привет! Меня зовут Татьяна. На своем канале я рассказываю о том, как поступить в ординатуру в Америке и как стать врачом в Америке. Я ординатор второго года обучения. Я обучаю сейчас на департаменте патологии. То есть я будущий врач-патолог, клинический патолог и хирургический патолог. Моя ординатура сейчас объединяет, в принципе, две специальности, потому что клиническая патология и хирургическая патология – это две разные специальности здесь, в Америке. Сегодня в этом видео я буду отвечать на ваши вопросы, потому что очень давно я уже не снимала видео, и, если честно, времени особо нет вот так вот сесть и на вопросы отвечать. И очень часто вы задаете один вопрос, а мне много есть что сказать, и поэтому мне не хочется все это печатать. Я все откладывала это на потом, чтобы вот так вот сесть и с вами пообщаться. Я не уверена, что я все вопросы, которые у меня сейчас появились на канале, могу осветить, но будем так потихоньку делать. Вы продолжайте задавать вопросы. И, пожалуйста, запаситесь терпением, потому что, ну, времени не всегда хватает. А иногда даже, когда есть время, уже настолько просто уставшая и вымотанная, что просто хочется сидеть и уже ни о чем не говорить, потому что все-таки работа у меня такая с врачами, с пациентами. И в течение дня очень много наобщаюсь, и вечером уже не хочется даже разговаривать. А чтобы так вот сидеть, с вами общаться, все-таки надо такое хорошее желание и настроение такое соответствующее. Потому что записываю все с первого раза, не хочу тратить время на монтировку своих видео. Ну, в общем, как пойдет, так и пойдет. Будем вот так вот как бы сидеть, общаться. Может быть, вы там даже возьмете что-нибудь, чай будете пить или кушать, и мы поболтаем. Вот, ну, начну отвечать на вопросы, и когда я буду отвечать на вопросы вот так вот в видео, я буду оставлять комментарий, что я об этом поподробнее расскажу. Я начинаю отвечать на вопросы. Мне вопрос задал Яра Яра, и он спрашивает: поясните, пожалуйста, патологии – это терапевт или патологоанатом или гистолог? Заранее спасибо. Пожалуйста. Патология. Я уже вот в прошлом видео отвечала, что есть клиническая патология и хирургическая патология. Ну, в принципе, это не терапевт. Это может быть патологоанатом. Вот если, допустим, закончить хирургическую патологию здесь, в Америке, и потом, допустим, пройти специализацию, fellowship, то есть именно как бы аспирантура, здесь медицинская аспирантура называется здесь в Америке fellowship, то есть именно пройти ее по forensics или по autopsy, тогда это будет, в принципе, наш патологоанатом, либо судмедэксперт, но это опять, это надо проходить специализацию. И гистолог, в принципе, гистолог – это более такая академическая должность. Все-таки то, чем занимаются здесь патологи, это может быть академическая должность, а может быть очень такая достаточно практическая. И патология относится к одной из таких специальностей, которые, в принципе, можно здесь в Америке открыть частный бизнес, открыть лабораторию, которая, в принципе, можно управлять и получать достаточно хорошие деньги и просто добиваться каких-то контрактов с какими-то госпиталями, которые будут высылать кровь пациентов, всякие ткани на разные тесты. То есть общий анализ крови, всякие там химические тесты крови или общий анализ мочи. В общем,
Все тесты, которые делаются в лабораториях, можно делать в своей частной лаборатории, делать это быстро, качественно, организовать быструю доставку как бы образцов из пациентов, от пациентов, и как бы быстро репорты выдавать. То есть, в принципе, если быть конкурентоспособными на этом рынке, то можно заключать новые контракты и так неплохо жить. Очень часто в таком частном бизнесе, в патологии, собираются несколько патологов, допустим, 5-10 человек, вот именно по разной специальности. Один будет специалист по GYN, gynecology pathology, breast pathology, gastrointestinal pathology, GU pathology, как бы general pathology, hematopathologist. И как бы если сорганизоваться, то вот можно будет получать биопсии и писать репорты, ставить диагнозы. В общем, то есть, в принципе, это однозначно, естественно, не терапевты, но хотя вот в клинической патологии, особенно если это blood bank, то есть это очень приближено к такой терапевтической специальности, потому что все-таки в blood bank оказывается такая лечебная процедура, как plasma exchange или plasmapheresis or photopheresis. И, в принципе, это такая процедура, вы встречаетесь с пациентами, осматриваете их, начинаете эту процедуру, присутствуете во время этой процедуры. И в больших госпиталях эта процедура проводится, ну, от 1 до 5 процедур в день. А каждая процедура 2-3 часа. И на выходных процедура проводится, потому что в некоторых случаях это даже emergency treatment, и по ночам. То есть и терапевтической специальность патологии может быть. Но опять же, я уже отвечала более подробно, чем занимаются патологи в предыдущем видео. Ну, вот такой вот вопрос интересный, хотелось его осветить. Спасибо вам. Яга-яга. Надеюсь, я правильно читаю, но если неправильно, не обижайтесь. Так, идем дальше. Вам большое спасибо за то, что вы мне пишете слова благодарности, что вам нравятся мои видео, что для кого-то из вас эта информация может являться полезной. Мне это приятно слушать, меня это очень сильно мотивирует, потому что, ну, иногда бывает, я так думаю, зачем я эти видео снимаю, кому это нужно. А когда приходят такие комментарии, спасибо, я там что-то для себя узнал, мне хочется опять вернуться, опять снять какое-нибудь видео и ответить на ваши вопросы, потому что иногда вроде бы и силы есть, и желание есть. Я вот сама просто в такой ситуации была, и я бы рада, и сделать бы могла. Только мне скажите, что делать, куда идти, в какие двери стучаться. Иногда даже не знаешь, с чего начинать и чем заканчивать. А как бы начинаешь с чего-то одного, а в принципе надо было совсем с другого начать. И, ну, я очень надеюсь, что до кого-то из вас я смогу достучаться. Я, конечно, понимаю, что это будет сложно через все это пройти, но буду еще раз повторять. Все, что мы тут обсуждаем, это как поступить в ординатуру, реально ли это, реально. Нам это, естественно, сделать намного сложнее, чем индусам, мексиканцам, пакистанцам, потому что они и учат медицину на английском языке. Для нас это совсем другая. По-другому нас научили думать, поэтому надо полностью перестраиваться, но это реально. Надо просто очень сильно захотеть. Здесь еще раз один очень похожий комментарий насчет того, чем занимаются патологи. Так, идем дальше.
Так. Мне опять пишет комментарий Яга-Яга, что он пишет, что оказывается, он неверно представ... вернее, она неверно представляла себе, как на деле происходит степ-1. Я как раз была из тех людей, кто предполагали, что можно вызубрить Q-тест и идти потом на экзамен, и что именно такие вопросы попадутся. Правильно. Однозначно такого не будет. И это, наверное, опять же, мы люди, которые привыкли сдавать экзамены, то есть у нас устные экзамены. Мы вытягиваем билет и мы разговариваем с преподавателем на любую тему. Конечно, это все-таки будет больше касаться той темы, которая в билете. Но, в принципе, преподаватель что угодно может начать спрашивать. То есть надо знать все. И мы, соответственно, так научились, что тест – это такое дело, что тест можно вызубрить, подготовиться. Я сама еще 10 лет назад, и когда шла на золотую медаль, и в школе на золотую медаль шла, у нас начали эти тесты вводить. И у нас была такая книжечка, вот там было там 2500, 5000 вопросов. И вот если ты их вызубришь, если ты будешь знать ответы на эти вопросы, то все, экзамен ты сдашь. Но здесь тесты построены совсем по-другому. Здесь тесты построены так, что тебе реально надо знать материал, и эти тесты построены настолько грамотно. То есть это реально предоставляется тебе такая клиническая ситуация. Пациент такого-то возраста поступил с такими-то симптомами, у него такие-то лекарства. Что, как и почему? И начинают задаваться вопросы. То есть тебе реально очень такой клинический подход. Если честно, когда началась ординатура, я поняла, что у них вся медицина, все построено именно так. Потому что когда мы обсуждаем какого-то пациента, проводим диагностику, именно так и обсуждается кейс. Допустим, у меня врач мой спрашивает: «Ага, рассказывай мне про пациента». И я ему так и рассказываю: пациент такого-то возраста, поступил тогда-то с такими-то симптомами, такие-то лекарства принимает, то, сё, как бы первое, второе, третье. В принципе, абсолютно точно так же построены все эти тесты. То есть это такие маленькие клинические истории, маленькие истории об отдельных пациентах. И надо все это делать быстро, потому что, опять же, это не то, что достаточно времени. Этот тест, он построен так, что создается стрессовая ситуация. Стрессовая ситуация временем и усталостью. В течение 8 часов каждую минуту предоставляется тебе новый больной. Новый больной, новый больной. Ответь на вопрос, ответь на вопрос. И каждый раз новый больной, каждую минуту. Ты не можешь остановиться, тебе надо постоянно опять новый больной, такой-то вопрос, новый больной. И вопросы, вот, допустим, для первого степа, они будут очень такие basic. В плане, сначала будет спрашиваться, а какой вот энзим используется в лечении этого препарата. А, допустим, ну, очень как бы все элементарно. А какой механизм действия такого-то лекарства? А вот если такое-то лекарство принимаешь, что увеличивается в крови? А что увеличивается там в моче? А какое лекарство нельзя принимать? То есть это, в принципе, тебе описывается вся история пациента, история жизни. А вопрос задается, какой механизм действия это лекарство? То есть создается стресс временем и быстрым чтением, и тем, что экзамен очень долгий и длинный. Допустим, степ-3 – это вообще двухдневный экзамен. Первый день 8 часов и второй день 7 часов. Поэтому тебя вгоняет стресс и смотрят, как ты будешь выкручиваться, смотрят, как у тебя продуктивность именно в стрессовых ситуациях. И, в принципе, это тоже объяснимо, потому что
врачебная специальность, она не на расслабоне. То есть надо реально в стрессовой ситуации сорганизоваться и начать действовать. И экзамен также построен. То есть вот чем больше я об этом думаю, тем больше я понимаю, что имеет смысл этот экзамен. И подготовившись к этому экзамену, у тебя будет информации достаточно, чтобы начать ее использовать в ординатуре и начать учиться лечить пациентов с той информацией, которую ты подготовил, готовясь к этому экзамену. Поэтому этот экзамен можно понять, принять и полюбить. Вот когда его полюбишь, поймешь, мне кажется, легче даже будет к нему готовиться, потому что это не просто какой-то тупой тест, который сдают тупые американцы, а в системе образования здесь в Америке можно говорить что угодно, только исключением является высшее образование в Америке. В Америку, в институты, в медицинские институты, в какие угодно в институты поступают умные люди. Тупые американцы в Америку в институты не поступают. Если человек поступает, идет уже в колледж, идет, получает после колледжа мастер дегри или доктор of philosophy or PhD, то есть аспирантура, это обычно очень умные люди. И в медицину идут очень умные люди. Я сейчас учусь и с американцами, и со всеми как бы с других стран. Это очень грамотные люди. Бывают, конечно, исключения. Бывают люди, которые меньше как бы адаптируются в этой ситуации, здесь как что-то могут такое ляпнуть. Но по большей части как бы смотришь, как они в медицине себя ведут. Ну да, где-то надо что-то такое подшлифовать, но ординатура для этого и нужна. Но люди умные. И я не знаю, может быть, мне так повезло попасть, как бы вот мои ординаторы, с которыми я вместе поступала, и вместе мы сейчас учимся, или люди, которые на год меня старше, или младше меня уже на год, реально с ними приятно общаться, потому что это грамотные люди. Поэтому, пожалуйста, не относитесь к этому тесту, что вот вы возьмете там Q-Bank или Q-Book, и, допустим, Kaplan Q-Bank, там 2500 вопросов. Если вы вызубрите эти вопросы, то вам это не поможет. Надо вызубрить объяснение к этим вопросам. Вот это вам поможет, потому что QBank и даже в QBook для Step 1, Step 2, Step 3 построено все так, вот есть вопрос, есть ответы на вопросы, их надо все-таки постараться отвечать на время. А время, это мне кажется, там 65 секунд или там 72 секунды на один вопрос. То есть это надо все отвечать на время, и надо отвечать на время, хотя бы 10 вопросов на время делать. Вот засекайте 10 минут, и 10 вопросов вы на время должны ответить. После того, как вы ответили на вопрос, надо обязательно читать объяснения на эти вопросы. Читать, разбирать, запоминать, изубрить и не сам вопрос, а зубрить объяснение на этот вопрос. Это намного-намного важнее, потому что и вопросов там такая тьма тьмущая, что да, вот вы вызубрите объяснение на 2500 вопросов. Это еще не значит, что именно такие вопросы попадутся. Но шансов, что вы сможете сориентироваться, имея как бы в своем багаже информацию по объяснению предыдущих вопросов, сам все-таки больше. То есть вам не надо ответить на все как бы вопросы, которые вам будут задаваться. Вам надо ответить всего на 70% вопросов правильно. Но это не легко сделать. А чтобы получить даже 68, наверное, процентов. А чтобы получить хороший балл, который вам поможет поступить в ординатуру, надо отвечать, наверное, на 85% правильно.
может быть, 80-85. Но опять же, не надо отвечать на 100% правильно. Если, естественно, вы будете отвечать на 100% правильно, то шансы поступить в ординатуру у вас будут очень-очень-очень-очень хорошие. Но как бы идите к цифре вот 80%, чтобы на 80% вы отвечали правильно. Но если вы будете отвечать уже на 70%, то это будет достаточно для проходного балла. Это касается и первого, и второго, и третьего степа. Так что Яга-Яга ответила на ваш вопрос. Давайте я попробую еще в этом видео ответить еще на какой-нибудь вопрос. И потом мы будем также продолжать уже, наверное, в следующих видео. Сейчас буду искать. Вот, очень интересный вопрос мне задает Екатерина Вересока. Я Екатерину уже даже, можно сказать, знаю. Так, она спрашивает. Сколько лет надо посвятить... Нет, Танюша, сколько лет посвятить обучению? Это же ого-го. А когда же детками обзаводиться? Или в Америке с нянями проблем нет? Мне очень интересна эта тема. Ты говорила, что в садике в Америке, что садики в Америке все платные и достаточно дорого. $800, $1000 в месяц. Тогда сколько же стоит няня на полный рабочий день? Особенно, когда оба родителя работают или учатся. В общем, да, ответ будет такой долгий, но очень интересная тема, потому что, опять же, я уже об этом начала задумываться. Я все это дело откладывала, когда я готовилась к экзаменам. А сейчас, в принципе, я уже в ординатуре, так что почему бы нет. Но ментальность здесь в Америке совершенно другая. Если в России люди привыкли уходить в декретный отпуск на год, на полгода, особенно там в своей учебе, на 2 года, на 3 года можно уходить на... в декретный отпуск, и за тобой будет работа держаться. Здесь, естественно, так нельзя сделать. 3 года это вообще не обсуждается. Цифра, которую я вам назову, она вообще шокирующая. 6 недель. Если вы рожаете ребенка, вот что касается моей ординатуры, у меня 6 недель, чтобы выйти обратно на свою учебу. Это шокирует, но, извините, я здесь уже живу 10 лет, и, в принципе, к этой мысли я уже начала привыкать более-менее, как бы на 6 недель. И тем более, вот вы не поверите, я сейчас вот у нас на курсе, 2 девушки только что родили детей, там у одной годик, у другой вот буквально там 3 месяца, еще одна девушка беременная. 6 недель они выходят, и я у них спрашиваю, ну как же так, неужели не хочется как бы с ребеночком посидеть? Естественно, хочется, но якобы ничего страшного, можно и выйти. Так что выходят и продолжают уходить на учебу, и так делают все, а когда все так делают, соответственно, это не так уже страшно и выглядит, как бы через 6 недель вот выйти. Естественно, как бы кормление прекращается, надо переходить на всякие смеси, потому что полный рабочий день, ну да, ты там сможешь убежать там на обед, потом вернуться, надо, естественно, где-то поближе жить, и как бы уже вечером стараешься не задерживаться. В общем, сорганизоваться можно, потому что люди это делают, и не только на моей специальности, на других специальностях тоже есть и беременные, то есть в ординатуре как бы 6 недель дома посидеть и все, обратно на работу. Что касается, когда человек уже работает по разным специальностям, врачебным, доктора, не доктора, инженеры, кто угодно, дают отпуск на 3 месяца, иногда дают на 6. Но оплачиваемых, естественно, 6 месяцев не будет. Вот, допустим, у меня сестра, она ушла на 6, но у нее было 3 месяца оплачиваемых, а 3 месяца
Ей сказали, мы за тобой будем держать работу. И она ушла на все 6 месяцев. Это редкость, что люди так делают, потому что некоторые мамы сразу говорят, а зачем мне 6 месяцев дома сидеть? Ничего, 3 месяца дома посижу и спокойно выйду. Потом у меня знакомая врач, она тоже начала работать, родила ребенка, 3 месяца дома посидела, вышла, начала и как бы продолжила свою работу. После 3-месячного декретного отпуска ей платили полную зарплату врача в это время. Но там не было никакой даже надежда, что за ней будут держать работу, там год, 2 года, 3 года она дома будет сидеть. Государство в этом плане тебя не поддерживает, что касается здесь в Америке. Вот, и что еще интересно насчет нянечек. Все-таки давайте представим, что обычная врача, вернее, обычная зарплата человека, это где-то, ну, 3000, это такая средняя зарплата, 3000. Садик стоит $800, можно за 500 найти какой-нибудь там в захолустье, в каком-нибудь, где не каждый человек захочет своего ребенка в садик отдавать. Но можно и за 1500 найти. Ну вот у меня как бы... Опять же, знакомые за 800, за $1000 в садик ребеночка дают, и ничего, все рады, особенно если вдвоем работают, ничего страшного. Садики с 6 до 6, то есть с 6 утра до 6 вечера. Если родители задерживаются после 6, там идет оплата, как бы за полчаса ты больше платишь, еще там, то есть платишь дороже, если приезжаешь там в 6:30 или в 7. Но опять же, если надо, то, естественно, приедешь и заплатишь. Вот, и родители обычно так, один родитель увозит ребенка, другой в это время уже сидит на работе, другой вечером задерживается на работе, и первый родитель ребеночка забирает, то есть как бы так, если вдвоем люди работают. Что касается нянечки, нянечкам платят 10 часов, вернее $10 в час, от 10 до $20. Соответственно, полный рабочий день, если так подсчитать, 10 часов в день нянечке платить, то есть получается, ну, где-то 2500 можно спокойно нянечке платить. И это еще как бы недорого. Вот ко мне пришла опять моя киса. Давайте мы ее вот так вот в кадр. Она у нас любит позировать. Ну, так что 2500 это на нянечку. Но я знаю, некоторые люди нянечку предпочитают, особенно если они уже работают врачами, они все-таки нянечку наймут, чем ребеночка в садик будут отдавать. В Америке садики платные, школы бесплатные. То есть можно поселиться именно в том районе, где хорошая школа, купить там дом, либо снять квартиру, и в этой очень хорошей школе учиться за бесплатно, потому что ты относишься к этому району. То есть я знаю, что все люди, которые из садика отдают ребенка в школу, они сразу все такие счастливые, потому что вот дополнительная $1000 в месяц у них вдруг остается в семейном бюджете. Но садиков бесплатных не бывает здесь, в Америке. Опять же, из всего можно выкрутиться, ко всему можно подстроиться. Вот, допустим, на данный момент, проживя 10 лет в Америке, мне это не кажется чем-то таким сверхъестественным. Я себе представляю это так, что я буду своих родителей вызывать в помощь, будут приезжать, помогать мне, мама моего мужа замечательная, и моя мамочка, то есть будут приезжать, помогать нам, но потом будем в садике отдавать детей. Как бы, ну да, посижу 6 неделек дома, но потом, естественно, на учебу, на работу. И в ординатуре, в принципе, вот что касается моей ординатуры программы, я не могу сказать, что это как-то так злобно все относятся, если ты там уходишь в декретный отпуск, тебя начинают все молча ненавидеть, потому что за тебя там другие дорабатывают. Потому что, опять же, когда даже уже выходишь на работу,
тебе иногда надо отлучаться, допустим, сцеживать молоко или ехать домой, кормить ребеночка, там возвращаться через час. Желательно уходить не в 7 часов вечера, а в 5. То есть нормально к этому относятся. Особенно если маленький ребенок, стараются идти на поводу тебе, стараются как-то помочь, поддержать, поэтому все это как бы терпимо. Естественно, не будет времени там сидеть по ночам, там что-то читать, учить, заниматься. Но в ординатуре очень часто это так происходит, ты учишься на опыте. То есть вот происходит, что у тебя во время рабочего дня, и ты вот учишься, как решать эти проблемы, из этих ситуаций выходить, какие-то интересные кейсы разбираешься со своими преподавателями, врачами, консультируешься, ну и так происходит обучение. Поэтому, ну да, может быть, времени не будет книжки читать, когда ребеночек родится, но зато, я не знаю, люди выкручиваются, и, в принципе, много таких людей, которые и рожают детей, и продолжают учиться, и работать врачами. Я себе представляю ситуацию, что если как бы моим родителям и родителям мужа надо будет уже как бы ехать домой, очень хорошо они нам помогут, то, естественно, буду уже тогда либо в садик ребеночка давать, либо нянечку нанимать. Ну да, я буду там 2500 платить, но, извините меня, работа врача там будет, ну, больше 10 000 врач получает здесь в месяц, поэтому 2500, когда ребеночек будет в хороших руках, можно уже нянечке и заплатить. Все относительно. Я знаю людей, которые даже работали, вернее, учились на аспирантов, на инженеров. И вот у них на двоих была работа, то есть у одного 2000 и у другого 2000 в месяц они получали. Это такая стипендия у них, в аспирантуре они учились. И они нянечке платили 2500, потому что у них была учеба. Но вот им принципиально нужна была только нянечка и ничего другого, только нянечка. Жили вообще впритык, но зато ребеночек всегда был ухоженный. За ребеночка они не боялись. Нянечка жила в их же апартмент-комплексе. То есть она там в соседней квартире жила, было ему очень удобно. И они как бы нормально относились к ситуации, что они чуть больше даже с одной зарплаты отдавали нянечке, но зато они занимались своим образованием, заканчивали аспирантуру, потом они уже начали работать, и они продолжали услугами нянечки пользоваться. Поэтому каждый выбирает сам. У меня сестра нянечками никогда не пользовалась, отдавала всегда в садик. Садик был рядышком с домом, там 5 минут на машине. И садик был достаточно хороший, то есть это в хорошем районе, хороший садик. Они платили $1000. И, в принципе, утром муж отвозил детей в садик, а потом уезжал на работу. То есть на работу он приезжал позже, чем моя сестра. Зато он задерживался вечером чуть дольше, чем моя сестра. А моя сестра уже все в 4:30 она уходила с работы. Пока доедешь, там может быть пробка. В 5:30 она старалась приехать уже в садик, забрать детей и ехала уже домой. То есть она приезжала на работу раньше. И в принципе нормально, то есть они вот так вот жили, и как бы садик их полностью устраивал, хороший уход был за детьми, но платили всего там $1000. То есть в принципе можно к этому отнести, что целых $800 или $1000, это если как бы рассматривать по российским стандартам и российским зарплатам. А когда здесь такая, допустим, инженеры здесь получают от 4 до 7 тысяч долларов в месяц, то есть, соответственно, на мою сестру и на ее мужа, они вдвоем инженерами работали, то есть для них $1000 отдать за садик – это нормально. Но, опять же, инженеры – это такая хорошая специальность, это все-таки люди с таким образованием, они относятся к богатым людям. Здесь бедные люди получают 40 тысяч долларов в год на семью.
средние зарабатывающие люди, допустим, если и муж, и жена работают, получают они 2,5-5 тысяч долларов, они в такой в средней категории находятся, среднеобеспеченных людей. Соответственно, вот представьте, на семью может быть 5 тысяч до 10 тысяч, и 1000 отдать за садик, ну, это нормально. Апартмент можно снимать за 500 долларов, можно снимать за 4 тысячи, за 5 тысяч, за 10 тысяч. То есть можно выбирать. Я как бы апартмент снимаю за 1000, я очень довольна своими апартментами. То есть, опять же, Хьюстон не самая такая высокооплачиваемая, наверное, высокооплачиваемый город, но все равно он относится к таким гигантским мегаполисам, то есть за 1000 долларов здесь шикарный апартмент можно снимать. За 700 долларов можно нормально снимать, поэтому каждый себе уже как бы смотрит. Если готовить еду самостоятельно, то можно на долларов 300 очень хорошо питаться. А если ходить по ресторанам, либо есть какие-то деликатесы, то и 1000 долларов может не хватить. Я, в принципе, свое питание считаю нормальным. Я люблю готовить, люблю овощи, фрукты. И, ну вот, допустим, у нас на двоих 400 долларов это как бы уходит, и без особого даже ущемления себя в чем-то. Потом здесь так интересно, в Америке мне иногда кажется, что овощи, фрукты стоят дороже, чем мясо, молоко, масло, сыры. И сравнивая цены с моими родственниками, которые живут в России, и с родственниками, которые живут в Киргизии, здесь еда стоит столько же, сколько и в Киргизии, и в России. Насчет вкуса еды. Я знаю, очень многие говорят, что еда здесь совсем другая, невкусна. Все зависит от цены. Если вы платите за какую-то клубнику дороже, чем в обычном магазине на какой-то распродаже, то клубника будет вкусная. А если покупаете ее как бы в обычном магазине, стараясь сэкономить клубничку подешевле, да, она будет такая вот жесткая. И клубничкой так будет только отдаленно пахнуть. Поэтому, а если готовы заплатить за хорошую клубничку, она будет шикарная клубничка. То есть все можно найти, а если идти в такой стандартный магазин, к которому американцы привыкли, естественно, не совсем это как бы понравится нам, приезжим. Допустим, я с Азии привыкла к таким вкуснейшим дыням, фруктам и яблокам. Ну, опять же, здесь все можно найти, надо только поискать, именно выбрать то, что вам хочется. Есть потом еще разные русские магазины, которые продают наши такие советские как бы товары, еду, ну не товары, а вот именно еду. Так что в зависимости от того, сколько у вас денег, сколько вы готовы на это потратить, все можно найти и подстроиться. Вот. Так что, Екатерина Вересока, спасибо большое за вопрос. Я когда прочитала этот вопрос, он меня прям так задел, потому что я уже начинаю об этом задумываться. И, в принципе, в ординатуре. Я еще когда на первом курсе была, я все думала, нет, ни о каких детках я пока еще не буду думать. Но сейчас уже можно. То есть в ординатуре это не то, что все надо забыть и в ординатуре о детях не думать. Многие говорят, что ни в коем случае детей нельзя заводить, даже если вы на хирургической специальности, на терапевтической, на какой угодно специальности, под вас ординатура программы подстроится, но будьте, естественно, готовы, что вы родите ребеночка, и вы там через 6 недель выйдете на работу. Естественно, если какие-то начинаются complications, то есть какие-то осложнения, родов или что-то, кто-то заболел, то есть это, естественно, тогда под эти 6 недель ничего не попадает, все будет покрываться, все будут вас ждать, никто вас с ординатуры программы не выгонит. А вот если нормальные роды, без осложнений, естественно, вас будут ждать, что вы через 6 недель вернетесь. Хотя теоретически я узнавала в своей ординатуре программы,
Если я бы захотела, я смогла бы с ними договориться и взять академотпуск и уйти на год. То есть родить ребенка, уйти на год, мне бы разрешили. То есть однозначно, то есть если я как бы сама этого хочу, мне разрешат, и никто мне ничего не скажет. Но я вот сейчас об этом думаю. Естественно, мне никто не будет платить на моей учебе. То есть меня как бы заплатят мне, вот мне вот даже из 6 недель мне оплатится всего там 4 недели, а другие 2 недели это как бы за свой счет. Но 6 недель я могу отсутствовать от своего обучения, и при этом я буду иметь право получить диплом по окончанию вот моих 4 лет ординатуры. То есть вот такое правило. Это не то, что моя программа запрещает. Мне запрещает это государственная организация патологов Америки. То есть для того, чтобы они мне выдали мой диплом, я не имею права отсутствовать от своего обучения более чем 6 недель в году. Вот. Вот такое правило. Соответственно, если бы я захотела взять академ, ради бога, мне бы его дали. Но, вот вы не поверите, я не хочу брать академ. Потому что, я вот думаю об этом, если я закончу свою ординатуру и начну поступать на работу, начну искать работу, какие шансы будут у меня, как у патолога, найти работу, если за моей спиной будет как бы достаточное количество патологов, которые не брали академ. То есть никто не берет академ на рождение ребенка. А я тут одна такая возьму. Естественно, они все будут в шоке, меня никто не поймет. И все мне объяснят, что я просто хочу быть хорошей мамой и хочу какое-то время провести со своим ребенком. Ну, естественно, в это время я буду жить за счет того, что муж будет работать. Но это все как бы терпимо, это все... то есть это ничего страшного. Но здесь из-за того, что здесь никто так не делает, если я так сделаю, у меня потом проблемы будут работу найти. Хотя здесь нет проблем с трудоустройством врачей. Я вот, допустим, знаю, что некоторые говорят, что у них там сложности найти какую-то работу. Но если начинаешь общаться с такими людьми, понимаешь, что рекомендации у них недостаточно хорошие, потому что, ну, немного странные они какие-то в общении. И опять же, если бы они захотели как бы переехать в любой штат, в любой город, они бы работу нашли в следующем месяце. А когда они хотят работать только в этом городе, только в этой части этого города, только на хорошей специальности, в хорошем, самом хорошем госпитале, они могут и год, и два работу искать. А если человек уже готов, все, я готов работать, я поеду куда, где мне работу предложат. Люди переезжают совсем в другие штаты, в другие части Америки на шикарные работы, ну, естественно, там уже обживаются и живут. Я для себя вижу такой вариант, поэтому я сейчас как бы считаю, что я живу на чемоданах. Я сейчас закончу ординатуру, и мы соберемся, и мы поедем в тот город, где у меня будет аспирантура. Аспирантуру тоже буду как бы искать, и буду искать, конечно, постараюсь найти там, где мне хочется, в каких штатах мне хочется жить. Но если нет, поеду куда угодно. Если мне хороший госпиталь... Допустим, если мне Гарвард скажет, мы вас берем в аспирантуру, я скажу, все, я буду, хочу я жить там в этой части Америки, не хочу, поеду, потому что, ну извините, не говорят нет таким институтам. Поэтому, естественно, буду переезжать и работу также буду искать. И, соответственно, я сейчас к жилью тоже так отношусь, что... Я не вижу смысла покупать здесь дом сейчас, потому что будем переезжать. Вот живем спокойно на квартире, живется комфортно, нам здесь приходят, все чинят, что-то сломалось. Допустим, холодильник сломался, придут, поменяют, посудомойка. Это все как бы входит в оплату нашего рента. Рент — это съема жилья.
То есть вся вот эта электроника, вся за счет хозяев апартмент-комплексов. А за нами это только стулья, столы, диваны. То есть вот то, что за моей спиной, это все мое. А то, что вы там не видите, кухня, это все их. Здесь кухня на полном обеспечении. Продукты только мои. Так, ну, в общем, еще раз, Катюша, Екатерина, большое спасибо за вопрос. Я буду продолжать отвечать на ваши вопросы. Вы мне напишите, как вы относитесь к такому формату ответов на вопросы. Опять же, запаситесь терпением. Я буду стараться больше и больше отвечать на ваши вопросы. Поболтать я люблю, но только вот в настроение, под настроение. Настроение у меня бывает очень иногда хорошее, и вот именно в такие моменты я буду включаться и отвечать на ваши вопросы. Ну, а вы пишите, может быть, какие-то темы для разговоров, о которых вы бы хотели еще поговорить. Ну все, всем пока. Спасибо. Мы с Кисонькой говорим вам пока. Давай, Кисоньку, скажи всем пока-пока-пока. Все, увидимся в следующем видео. И всем вам удачи!